Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы поиграем в World War Z. Пробую пройти кампанию, состоящую из трех карт. И эта кампания... Вот это вот самое, про Феникс. Ну, как-то очень даже не совсем. Так, хорошо. Вынуждены покинуть город, выжившие из Феникс сформировали конвой для переселения. Четверо из них сформировали тыловой. Сформировали, да. Следят за нападением на конвой сзади. Однако отряд отделился и должен найти другой путь, чтобы как можно быстрее вновь присоединиться к конвою. Но при всем, при том, что я очень рад того, что он вышел, мне, наверное, не очень нравится, что это чисто такое сюжетное, и есть ощущение, что этот DLC был взят только для того, чтобы содрать немножечко денег. Вот. Ну, для Embracer Group, которые лоханулись с питерской Saber. Ну, то есть, они думали, что это будет их локомотив. А оказалось, это немножко не так. Ввиду всех, всем известных событий. Ладно, поехали. Обходной путь. Так, желаемый персонаж. Кто там у нас? Такая тёлочка. Закостин, тоже неплохой. Так. Юджин Симс. И Хезер Вонг. Конечно же, ей, а кем же еще? Вот. Рыжеволосая бестия. Так, ну что там у нас дальше? Настроить. Я, наверное, все-таки на сложно, но без всяких. Так, кто у нас тут есть? Никто. Ну и пошли тогда. Я готов. Феникс, обходной путь. Сейчас подождем кого-нибудь. Может, и не подождем. Так, временно отключу. А зачем? Все начинается уже. Угу. Найдите путь по темпе. До темпе. После стычки с зараженными, тыловой патруль отрезан от конвоя Феникса. Им придется найти другой путь к точке встречи в темпе, иначе они рискуют что-то там потерять. Что-то там. Recommend alternate route. Rendezvous with convoy in Tempe. Maintain radio contact. Over and out. Copy that. Rear patrol, loud. Такой, блин. So, what do we do? Left for dead vibe. And right, exploded. All the way to Tempe. Without backup? Don't worry, Mia. If you're smart, you'll make it. Nah. Единственное, что вот при том, что они выпустили новую кампанию, пускай даже и ввиду сложных финансовых обстоятельств. Тем не менее. Тем не менее, мне не очень нравится, что. Мне не нравится, что они оказуалили систему. Систему оружия. То есть игра воспринималась как такой более серьезный
этот самый Left 4 Dead. Причем даже по тону это в конце концов у нас же по серьезной книге, там серьезный фильм таким, который более-менее пытался как-то серьезно отнестись ко всему этому делу. Get your hands off me. Тут они взяли и вот, ну, где наше оружие, которое можно менять там, не знаю, более серьезная модель повреждений, там, не знаю, что-нибудь, смена оружия, модулей оружия, там вот такое вот. Тут все как-то, все превратили в скины. Сожаление, но, видимо, это было бы слишком круто для игроков консольщиков, нет? Паркур! Watch yourself. Places like this have zombies hiding in every corner. That'll be fun and different. Эй! Да что ж там взрывается-то так? А, баллоны тут стоят. Теперь уже стреляй, не стреляй, уже поздно. Опять баллоны. Кстати, это даже прикольно. Вот это вот. There's always something. О. Big guns for big problems. Девочка с огнеметом. Девочка с огнеметом, это классно. Check it. Все, кому надо, берите. Found something. And somewhere. Check it. Инфектор, watch the spit. Reload, cover me. О, пошли глюки. Убить-то надо выходить отсюда, понимаю, просто надо выходить отсюда. Можно, да? Да, можно пробраться. Вот и есть, может, граната.
Что еще хорошее? О, спасибо. I need meds. Нет, нет, нет. Да, сука, надо поменять. Работает, да? Let's do an ammo check before we head out. I'm ready. Who else wants some? We're not leaving anyone behind. This seems like the right direction. It's hard to tell. I'm just glad to be outside again. Defense kit. Stationary gun ready. Stationary gun good to go. Hold up, reloading. Barbed wire ready. Panel won't do shit until those doors are powered. Shit, here they come. Is that a lurker? Yeah, я уже справил. Истратил. Ты уже забрал, да? Забрал, забрал. Поехали. Low. We need gas.
Здесь просто надо. Да, блять, чувак. Ладно, бот здесь тупые до невозможности. Реально собирать команду и делать даже на третьем уровне. Поднял, поехали, поехали. Так, подождите, пока откроются ворота, да? Да, конечно, подожди, чё? Вообще... Не трудно подождать. Еще? Да, блин, двери-то закрывайте за собой. Все пошло. Это ваш. Ну ладно, я уже с этим начал ходить, и пускай будет. О, короче, дробовик, хорошо, пускай будет. Спасибо, чувак. We've got an opening here. Infector! Интересно, нет? А. Интересно, только дверь открыли, да? Молодцы. Вот, вот, вот. Вот, вот.
But the keypad's down. There must be a short. Hold on, reloading. Found a fuse box. Connections are loose, but I can fix it. Что делать-то надо, чуваки? Не очень понимаю. Бля-бля-бля-бля. Так, почините электрощит. Инфектор, watch the spin. Инфектор. Reloading. Need cover fire. There we go. Let's get out of here. Something. Come on. Аптечка. Check it. This is starting to feel like a prank. Электросеть. Где это? Я даже не вижу. Понимаю, где она там может быть. Tell something. Электросеть, ничего такого. Ладно. Но где-то отключается или нет, или что? Там бродишь где-то? У меня что-то не видно ничего. Access panel yet? Oh, okay. Screamer! Oh shit! Lurker eliminated.
Было такое, я не понял. Дан-да-да-дан-дан-да-да-да-дан. Закрывайте. Check it. Mother. Security doors are locked. Oh, Madrid, Madrid. С этим я пока еще не умею бороться. Че там, бошку надо отстреливать. Ой. Стой. Блять, забыл как-то. Погоди. Да ёб твою мать, ты двинулся. Как это бесит. Да, Left 4 Dead система самая лучшая, скажем так. Четко понимаешь. Everybody take a breath. Check your ammo. We're patrol to convoy. Rear patrol to convoy, over. Complete the demo team's mission before crossing the bridge. Convoy will provide artillery support. See you on the other side. У нас такая дикая глянь. А красота. We've gotta go! Сейчас мы сами это все увидим. Wow. Look at them fly. Ранен, ну бляха, мол. Ай, Мадрид, Мадрид. А, это новенький костюмчик. Потом у нас Юджин, Юджин, мне интересно. Found something. Rear patrol, convoy actual. Demo team was outfitted with C4 and thermite charges. Attach C4 to the marked bridge supports. They're all coming this way!
конечно, мне помог, Юджин, но, блин, ты застряла по другую сторону. Карта. Keeps zombies at bay. Medkit, who needs it? Так. Я, наверное, возьму все-таки улучшенный ПП. У меня даже любимый как-то. Check it. Так, что там у нас? Щитите мост. Спасибо. Так. The overcompensator. Где его тут найти-то, а? А, он поднять внизу. Как там подойти-то? Да не, а вот я вижу. Every marker needs C4. Let's get this done.
Found something. This isn't how you go out. Check it. We need all the mark supports to have C4 stuck on that board when this doesn't work. Это у нас дата на эвакуации, да? Все, пошли собираться. Good. Zero nine. Zerog. Ну да, я сам большой урод. Ха-ха. Даже. Приятно. Настроить. Класс, сейчас, подожди. Так. Оружие. Так, изменить. Так, что у нас еще? Потом разберемся, что куда. Так, теперь класс. Так. Класс я, наверное, хочу вот эти вот. Поехали. Запертые в темпе. Город заполнили зомби, и теперь конвой в ловушке. Тыловой патруль оказался на фронте. Ха-ха-ха. Convoy actual. This is rear patrol. We've entered Tempe. What's your location? Over. Rear patrol. Convoy actual. Good to hear your voice. Tempe is compromised and convoy is prepping to move. Rendezvous on the east side of town. Actual out. Compromised? He means it's fucked. Correct. Okay. Then let's get moving. We're not safe here. Mm-hmm. We're not safe here. Watch your buildings and alleys. You never know where they're hiding.
Ты здесь есть, интересно? А, понял. Don't make noise. Сразу же лопается так. Чпоки. Что там есть? Да? Медкит, over here. Вообще. There's a door through the gun shop that leads to the base. Medkit, who... Feel free to grab anything you find in there. Ну, пошли. Can't risk getting hung up on that barricade. We should go through the theater. Jump down here. It looks safe enough. Need cover. Reloading. Being watched. Here's hoping it's not cleaned out. There's always something. Found something. Big guns for big problems. Something's stalking us. Well, here we go. Target the screamer. Think you can take no me? No longer. Use that bear to get up on the back. Стрельные, блин, команды, а? Using a stim. Ой.
получается. Просто солдат. По-моему, все равно от них. Oh.
Security. God, it sucked. No time to stop and shop. Keep moving. We can do that. Here comes the stem. Lurker is close. Medkit, over here. Here we go. Надо. Found something. Rescue? Yeah, but check it. This'll make thermite. I'm not doing so hot.
Med kit, who needs it? Yeah, this is good for thermite. Something. Burn, baby, burn. Reloading. I miss when coffee was on every corner. Ah, same. Took me 2 weeks to get through my caffeine job. Found something. Infected are closing in. Get ammo and prepare defenses. We're sending demolition teams to take out the barricades. Give them cover. If they don't finish the job, we're not getting out alive. Not like this is my first time helping you blow something up. Electrogrid, set! This'll do. Окей, тут все, в принципе, готово. Check it. Medkit, over here. Come on, come on. Oh. Found something. Hold them back!
bullets for everybody. You can take me? Get the screamer. You're a screamer. Infector, watch the spit. Полный интернационал, да? Need cover. Reloading. I've got enough bullets for everybody. Перебежал дистанцию. Ты дрожь вообще прямо это самое. Bomber. Oh.
полные. Упал. Ну, этот волшебную нарезку голов. Угу, классика. Почти. Эй, смотри-ка. Сменить класс. Пятнарь. Палач, давайте. Чё, готов? Ну и мы тоже немножко момент. Продолжаем. Powerpuff Girls. Авиабаза Льюис. Тыловой патруль занимает позиции и готовит выживших штурм объекта, чтобы взять его под свой контроль. Борьба за дом. Не, карта симпатичная, безусловно.
есть вопрос к мапперам, ну вообще никаких вопросов нет. Дайте уже тулы для моддинга, пускай люди играют и делают для вас карты. Те же самые, что-нибудь из Left 4 Dead-овского. Взять, переделать, красиво, чтобы было. О, как долго-то? То вот эта манера, что мы уже не можем вам давать никаких тех самых, а то мало ли какие-то лицензионные херня-мурня, там не знаю, или что, или по каким соображениям они думают, что нельзя давать игрокам модификации. Ладно. That we stole survival for ourselves. Yeah. That was inspiring. Fuck yeah. Yeah. When this is over, I'm gonna sleep for a month. The convoy is exposed. We need that gate open to get everyone inside ASAP. Bases like this tend to have maintenance access in their drainage systems. That should take us to gate control. Умри, мужлан. Another deeper, cramped tunnel. Fun. This'll do. Found something. Oh my god, Joe. Let's go then. Where is that creep? Спасибо. Что тут нет интересного? It's an army base. It has to have a generator to power the gate control. Air Force base. What? Never mind. Пожалуйста, так подтянулся, подпрыгнул аж от страха. We need to head to gate control and get the convoy inside. Got something here. Check it. All right, everybody here? Good. Move out. Watch it. Generator turned over.
online, but the noise alerted the infected. Find a defensible position and hold your ground. We copy. Prepping for incoming. Check it. Sentry gun is ready. All the bullets you could ask for. Ну, я, наверное, все-таки за автомат. Паническая атака. Я должен убежать. Ауч. Попал бомбер. Take me!
такая сильная, независимая девушка. There's the control tower. Oh, I bet the command center is in the same building. То есть вот эту взять надо. Да. Туда куда-то? Нет, туда все-таки. Где те же модельки в коротких шортиках? Reloading.
Ай. Лысые глобусы, блин. Спасибо, Инки, дорогие. Это я помню. Это прикольно, когда начали показывать, что там ждет. Поменять надо патронов, что-то маловато. Check it. Nice ball.
We've got incoming. Using a stim boost. Infected are massing around us, and the fences won't hold them for long. We need defenses ASAP. Oh, scheiße. Found something. Check it. Take it out. Что новый карабин, так что новый карабин. Ладно. Подойдите сами, не суетесь. No more lurker. У меня что-то было там? Блин. Тоже ничего больше не было. Reloading. Need cover fire. Something you should see here. Check it. Right here. Понял. Прям любое оружие на выбор. Это не Канзас анимор, блин. Там. I've got enough bullets for everybody. Anything to see those zombies fry. Reload.
Он там, что ли, где-то? О. Ага, это сюда. Сюда. Ага, спасибо. Help me. Kill this stupid bastard! Yeah. It's my honor to welcome you all home. We fought bravely to secure our survival. Not just for today, but for all the days to come.
Отлично сыграли, да. Проблема этой игры, чтобы играть на более сложных сложностях, нужно более лучший класс прокачанный. А не то, что ты можешь это сделать даже с первых уровней. Ну, как бы, уровни должны помогать, но не делать за тебя основную работу. А здесь, ну, все-таки прокачанный персонаж имеет свой бенефит. По крайней мере, я так это вижу. Вот, а так, в принципе, здорово. Как я говорил, отличная игра. Единственная проблема, что ценники завышены. То есть, нахрен бы убрать все эти цены. То есть, оставить только одну валюту, которую ты там получаешь за что-то такое. Да. Оставить только одну валюту и за побрякушки. Ой, нет. И на этом, как бы, я уйду. Да. Ну и вам спасибо, дорогие товарищи, как бы. Да, и еще бы судомодинга. Карты какие-нибудь из комьюнити. Да, но таких инструментов, к сожалению, нет. Очень жаль. Да. Ладушки, на этом все. Спасибо. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. И обязательно заходите на наш кооперативный Discord сервер, кооператив Дружба. Вот. Ну, также, если вы увлекаетесь Homeworld'ом, Homeworld Russian Fleet тоже для ваших времяпровождения, не знаю, как это по-русски. Вот. Ну и, собственно, все. Увидимся в этой или в другой игре. А на сегодня все. Всем пока-пока.